Руки вверх. А все потому что что? 79, 50 и 40, 90. То есть первый ты что, хочешь сказать, на АМ5 будем собирать? Да. Это уже заказано? Да. И оплачено. Ну, ёшкин дрен. Нифига себе, сколько сейчас стоит денег такое сделать? 400 тысяч целых. Слушай, я АМ5 ты в руках держал уже, да? Крутил? Не знаю. Ну, в смысле, не знаешь. Ты крутил АМ5? А, я? Нет. Я тоже не крутил АМ5. Как бы все крутили, кроме нас. Надо это исправлять, поэтому... Ну что, у Тёмы получается 79-50. Очень будет интересно потестировать еще вместе с Сяски 40-90. То есть, ну, по сути, топ оф за топ на текущий момент. Крутяк. Ладно, ждем комплектухи. Интересно, дождусь я ее или нет. Но это будет очень, очень прикольно. Так что, вон. А, в понедельник? Да. Ну вот посмотрим, в понедельник мы отъедем или не отъедем. Но это уже круто. Это уже крутяк. Лех, понимаешь? Я просто понимаю, как можно было найти. Серьезно. А тут еще успешный успех, друзья, у Саши. Он сразу 6 дел одновременно делает. Поэтому, к сожалению, ну, мое личное мнение, тут надо просто брать самое дешевое, что дешевле, и надежное. То есть надежное — это что-то из известных вендоров. То, что... И человек, который победил Warzone. Собственно говоря, что было? Да, вчера я посидел на системе клиента, всякие шейдеры обновлял, дровишки трогал, дергал. Файлы Стима особо не помогало. Что сделал Саня? Самое первое, во что надо лезть, это, как меня учил Даня и Ваня, обновляем BIOS, подкидываем свою систему, тестим все на своей системе. Потому что даже если человек говорит, что он все перебивал. Это делал, перебивал, закатывал свою винду, или там винда идеально, это все не так может быть, потому что банально вставил другую видеокарту, подкинулись драйвера на нее, потом вставил третью видеокарту, накинулись на нее драйвера, они там как-то начали конфликтовать визуально в плане в работе. Это не будет чувствоваться, но будут происходить какие-то микроконфликты, она будет работать нестабильно. Ну и так может быть во всем. Процессор переставил. Не знаю, там... Хорошо, ну, решился на всякий случай чистенькая прошитая биосня, чистая система. Сюда на М2, нашу М2-шечку, да, там на 256 гигов, закатал здесь десятку свеженькую и просто установил туда на чистую систему, где ничего нет, драйвера от этой видеокарты и саму игру. Больше ничего там нет. И как видите, FPS от 100 и до 150. При максимальных настройках. Подчеркну тот факт, что, друзья, смотрите, у вас абсолютно все могут игры идти нормально, однако это тупить, и проблемы действительно вот может быть непосредственно в том, что сейчас рассказал Саша. То есть все-таки чистая система, чистая установка дров и на всякий случай прошитый BIOS помогает. Warzone побежден. Ну как побежден? Теперь нужно согласовать с клиентом, что в любом случае перебивать на его системе, еще раз перепроверять все эти варианты. Возможно, у него проблема не в винде, возможно, в SSD-шке. То есть обычный HD 2.5, да, Бывает так, что они работают чуть-чуть некорректно. То есть был недавно прецедент, когда я накатываю винду, а она просто включается, перезапускаешь комп, и SSD-шник как будто пустой. То есть на нем ничего нет. Да, то есть и такие ситуации бывают. Поэтому, ну, тут понял. Сложно сказать, что винда конкретная или SSD-шка, но всегда лучше пробовать на всем новом, на свежем, на чистом. Саш, благодарю вас. Все, и не отвлекаю. Хочу сейчас... У меня есть комментарий по этому поводу. Как раз таки... Warzone? Не то чтобы Warzone. Похожая ситуация. Я вот недавно себе взял 3070, заменил 1060 шестерку на 3070. Поменял драйвера, настроил BIOS, и у меня та же самая ситуация. У меня практически нет прироста кадров, скоро буду перебивать себе винду. Ну, короче, сапожник без сапог тоже в такой же ситуации. Да, это нормальная тема. Тём, расскажи сейчас побольше про сборку, которую мы говорим за 400 тысяч сейчас подобрал. Потому что, ну, на текущий момент 400 тысяч – это действительно овертоп бюджет. Угу. То есть, на самом деле, даже сложно подобрать комплектуху в эту сумму. Потому что, ну, хорошо, 40-90, ну, сколько она? 150-160 тысяч рублей стоит, я не знаю, дороже? 88 человек. А топовая какая? В топовом охлаждении это Gaming X-Trio. Ага. Ну ладно, это просто Gaming X-Trio. Значит, 188 сейчас в наличии в сети линки, нет, вру, в онлайн-трейде. Вот. По процессору это получается... Вот он. Сейчас загрузится. Вот он.
68 990. И остальное. А что за мать-то? Можешь показать? Давай посмотрим, да, что за первый раз. Потому что, честно, я ждал того момента, когда на М5 будут собирать. Наверняка многие уже собирали, но у нас еще не было сборки на М5. Может, в Белгороде была, я пропустил. Но. А сейчас я спрошу. Жень, на М5 была уже сборка в Белгороде или нет? М5 чем? А М5? Нет. Нет? Нет. О, мы первые, ё! А что ты так радуешься? Так, ладно, давай посмотрим. Так, вот, блок питания у нас самый топ, самый жирный 1600 ватт. Так, стоп, это просто клиент захотел? Или, ну, потому что для чего такой блок питания? А я ему предложил два варианта. Это был на киловатт один блок питания и вот один на 1600. Он захотел на 1600. Ну, это оверкил просто, как говорится, оверкил ради оверкила, да? Если есть возможность поставить самое лучшее, ставим самое лучшее. Деньги есть, поэтому работаем так. Окей, я понял. Материнская плата у нас при топ получается X670. Угу. Мы изначально рассматривали Asus ROG что-то там, угу. Crosshair, по-моему, вот, но остановились на вот этой за 31 X670. Я вообще про них, то есть еще неизвестно, как они себя ведут, как они себя чувствуют, то есть это будет эксперимент. Я тоже еще не. А клиент его предупрежден, что это все, так сказать, и... что это может быть, может работать нестабильно и так далее? Ну да, потому что все-таки свежие платформы, первые версии BIOS'ов разные могут быть нюансы, и опять же неизвестно, как себя камушек... Клиент обо всем предупрежден, он сам в принципе разбирается в железе достаточно неплохо. Угу. А что касается накопителей, вот SSD-шки и тому подобные вещи? А с SSD-шками мы решили сделать проще, у нас вообще всего лишь 1 терабайт 980-й прошки. Не понял, в бюджете за 400 тысяч всего терабайт? Да вы что творите? То есть для одной игрушки, что ли, собирается? А, нет, это компьютер для работы, все остальное на внешних дисках. Понял, понял, понял. Окей, хорошо. Так, а еще из интереса моих... А память, память, сколько гигов? 64. 64, что за память? DDR5. Покажи. DDR5. Угу. У нас Сашка, вон, Сашка у нас лучшая приемка во всем мире. Ей-богу, это просто талант какой-то. Здрасте, здрасте. Ага. А, так. Kingston Fury, Beast, да? Fury Beast. 64, 5200, да? Да, совсем недавно, кстати говоря, буквально два дня назад она стоила 22 тысячи рублей, а сейчас 26. А, слушай, а скажи, пожалуйста, я уже немножко отстал с точки зрения частоты сейчас DDR5, и если мы говорим про M5, какие-то тонкости, нюансы есть? Ты задаешь правильные вопросы, на которые я пока что не могу дать однозначных ответов. Но из того, что мы точно знаем, что чем меньше частота, тем меньше у нас тайминги, чем меньше тайминги, тем в целом, наверное, лучше выходит в данный момент. Ну, в общем, эксперименты в любом случае будут, поэтому неизвестно тут, и, честно сказать, я не уверен, что огромное количество людей уже потестировали свежие М5 с разной там оперативкой, частотами. Это вот будем непосредственно делать так. Так что все, окей. Круто, круто. Поэтому сборочка за 400 тысяч, если придет в понедельник. Может, я, если я останусь в моменте какой-то подсниму, но в любом случае ребята обязательно ее покажут. Будет круто, это будет самая мощная и действительно дорогая сборка, которая в только что возрастающем, так сказать, питерском офисе будет. Это крутяк. Так что все, я думаю, это круто. То ли еще будет. Вот помощь пришла откуда не ждали, на самом деле. Сейчас Женька выручает мою задницу в прямом смысле этого слова, потому что парни все загружены ремонтами. Женек сказал, я хоть и оператор, но могу видюхи покрутить без проблем. Мы сейчас с Женькой сидим, обслуживаем 580-е. Друзья, да, извиняюсь, что не так быстро отправочка. Часть уже отправили, часть только в процессе. Но нужно убедиться, что они хорошей температуры, что все с ними... чуть четенько и нормально. Так что, о. Так, ну, как бы понятно. Да. Нет, так что мы, Женька, тут сейчас этим процессом занимаемся. На двоих вот маленький стульчик приобрели. И вот такую вот полочку специально, чтобы все четко крутить. В общем, уютная атмосфера. Как-то так, в общем. Не только сборки за 400 тысяч собираются, но и видюшечки. И видюшечки числятся прям как в Китае. Да. Все здесь сидят, когда... Маленький стул. Да. Ну, ничего. Главное, что дружно.